Всем приветики! С вами Таня, канал «Поделки-самоделки». Эта шикарная и полезная оригами-коробочка-органайзер из бумаги пригодится каждому. Ставь лайк и поехали! Подготовим нужные детали для оригами-поделки. Из бумажных квадратов мы с легкостью сложим по технике оригами коробочку своими руками. Главное, повторяй за мной внимательно, и у тебя все получится! Загнем к центру все углы квадрата. Самое главное – хорошенько приглаживать сгибы пальчиками. После согнем каждую сторону к тому же центру. Для своего удобства я сгибаю сначала нижнюю, а потом верхнюю стороны. Раскрываю их и повторяю то же самое с оставшимися сторонами. А пока я делаю, у каждого, кто еще не подписан, есть время подписаться на канал «Поделки-самоделки». Как только настукнет 1,5 миллиона, у нас будет новый розыгрыш. И очень интересные призы для вас. Так что давайте быстрее наберем это число. Снова раскрываю согнутые стороны. И на этот раз вытаскиваю треугольники снизу и сверху, оставляя нетронутыми только боковые. Смотри внимательно, как я буду собирать коробочку из бумаги. Это несложно. Если что, ставь на паузу. Такие же действия повторим и с обратной стороны. Повторяюсь еще раз, хорошенько приглаживаем все сгибы пальчиками. Оригами-коробочка из бумаги готова и без клея. Подготовим еще две. Из небольшого кусочка бумаги следующих размеров скрутим бумажную заготовку с помощью деревянной шпажки. В конце закрепим все это дело клеем, чтобы не раскрутилось. Убираем шпажку, оставляя детальку для органайзера без нее. Подготовим три полоски из бумаги. Размеры на экране. Их мы также скрутим. Только не с помощью деревянной шпажки, а с помощью скрученной детали, которую мы только что подготовили. Скручивать будем таким образом, чтобы новая деталь свободно передвигалась по длинной. Я использую немного клея при скручивании. Он сразу фиксирует, и скручивание происходит легче и проще. Все три вырезанные полоски нужно будет скрутить в маленькие трубочки. Вот так. Приклеим каждую из них на бумажную коробочку к любому уголочку. А теперь соберем все детали сборного органайзера. Нижнюю часть можно закрепить скотчем, чтобы ящички снимались только через верх. Украсим все наклейками, стикерами или просто рисунками. С ними оригами-коробочка-органайзер будет выглядеть интереснее. Надеюсь, что оригами-поделка вам понравилась и заслужила вашего лайка. А с вами была Таня. Всем отличного настроения и до следующего видео. Пока-пока!